Продолжается вынос тел из подвала детского лагеря, в котором убивали украинцев. Украинцы абсолютно гражданские, они никого не были. Продолжается извлечение тел украинцев, зверски убитых русскими фашистами в подвале. На месте события много журналистов. Эти кадры должен увидеть весь мир. Продолжается вынос тел из подвала детского лагеря, в котором убивали украинцев. Украинцы абсолютно гражданские, они никому не были вредны. Не жили своей жизнью. Из-за этого их убили. Я нахожусь сейчас в детском лагере Буча. Здесь должны были бы отдыхать и развиться дети. Вместо этого в этом лагере 3 недели жили русская солдатня. Когда мы выгнали их из Бучи, в подвале этого детского лагеря было найдено 5 замученных мужчин в гражданском. Их руки были связаны. Их убили выстрелами кого в голову, кого в грудь. Сейчас мы собрали здесь журналистов со всего мира, от Японии до Америки, для того, чтобы показать на весь мир правду о преступлениях русских солдат, которые убили наших украинцев. Вы, мрази, будете за это отвечать. За то, что абсолютно невинные люди погибли здесь. Они должны были бы жить и радоваться жизни вместе со своими родными. Вы за это ответите.